В 2017 году Юлия Карпова придумала и реализовала проект «Растим будущих инженеров», который впоследствии завоевал популярность в разных уголках нашей страны. Вместе с командой девушка решила создать площадку, где встречались бы дети из разных регионов и презентовали профессиональному жюри свои проекты. Так и родилась идея «Космофеста». Впервые фестиваль научно-технического творчества прошел в Самаре в 2018 году. Участие в нем приняли дети от 5 до 18 лет с проектами на космическую тематику. В прошлом году площадка собрала около 5000 человек. Главная миссия нашего проекта – это популяризация научно-технического творчества детей и расширение кругозора детей в области освоения космического пространства, в области технического творчества, развитие и выявление способностей детей. С этим проектом команда регистрируется на форум «России. Сильные идеи для третьего десятилетия». Для такого проекта нужна мощная поддержка, которая, с одной стороны, покажет всю силу и мощь нашего региона и подчеркнет именно космическую составляющую. А с другой стороны, нам, создателям этого проекта, очень важно получить внешнюю оценку и правильность вектора, в котором мы двигаемся. В 2022 году президент России Владимир Путин пригласил участвовать в организации форума «Региональные команды». Цель – выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны. Сейчас у нас зарегистрировано больше 2000 участников, больше 1200 идей на платформе. В первом форуме у нас было 220 тысяч участников, зарегистрированных на крауд-платформе. Больше 15 тысяч идей было представлено нашими гражданами, предпринимателями. Около 1000 проектов было поддержано на федеральном уровне, регионами. Предложения принимаются по 7 направлениям. Среди них – развитие регионов, открытый разговор, предпринимательство. В состав оргкомитета приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Форум пройдет в несколько этапов. До 22 апреля каждый желающий житель региона может отправить свое предложение на платформу, указанную на экране. Там идея получит оценку экспертов. Топ-100 сильных идей представят уже этим летом. Мария Левина, Василий Колдашов. События.